Дорогие друзья, дорогие гости клуба Алексея Козлова, разрешите мне начать сегодняшний вечер и начать его с небольшого вступления. К сожалению, мы планировали с Алексеем Козловым это сделать вместе, но вчера он заболел гриппом, поэтому сегодня его не будет. И, ну, мне придется сделать это одному, и я, конечно, попытаюсь блестящие такие ассоциативные и краткие истории, которые Алексей всегда рассказывал во время своих концертов, ну, я по-своему попытаюсь вот изложить сегодня. Итак, сегодня перед вами выступит ансамбль Александра Пищикова, человека, музыканта, композитора, прекрасного импровизатора и аранжировщика, имя которого уже, наверное, на протяжении 45 лет известно многим джазменам нашей страны, и не только. А в последние 10 лет вряд ли многие из вас имели возможность его видеть, поскольку он переехал в Германию и живет в городе Берлине. И вот буквально несколько раз разные люди, в том числе и я, вот последние два раза приглашал его на различные концертные туры в нашей стране. И вот сегодня уже третий концерт, который вы сейчас услышите. Первый концерт был в клубе Путмана, второй в клубе СССР, и сегодня третий в том же составе, с теми же музыкантами, которых я попозже представлю. И эта музыка, которую Александр написал, она вся авторская, он ее написал последние, может быть, несколько месяцев, насколько мне известно. Она является, это то, что вы сегодня услышите, это всего лишь часть. И малая часть того, что я видел и написал Александр в последний, может быть, год, два, три. А прежде чем представить музыкантов и начать сегодняшний концерт, я бы хотел сказать и представить тот альбом, который сегодня мы презентуем. Альбом, который записал Александр Пищиков 8 марта 2010 года в Москве. Это было в студии Слободкина практически уже 3 года тому назад. Вместе с замечательными американскими музыкантами Алексом Сипягиным, Джином Джексоном на барабанах и Хансом Главешником на контрабас, а также с нашим прекрасным молодым саксофонистом Олегом Грымовым. В этом концерте также приняла участие, в этой записи приняла участие и Анастасия Глазкова, которая также сегодня перед вами выступит. Эта запись была сделана, знаете, как в джазе часто бывает, такой на волне такого вдохновение. Причем это вдохновение овладело всеми участниками записи каким-то загадочным образом. И мной тоже. Поскольку я арендовал студию Павла Слободкина на Арбате на один день. И практически без репетиции была сделана эта запись, которую чем больше я слушаю, тем больше она мне нравится. Вот такое удивительное свойство этого альбома. Он здесь представлен, и желающие могут приобрести этот альбом. Кроме всего прочего, кроме замечательных аранжировок и очень качественной музыки, которую вы услышите в этом альбоме, также он примечателен тем, что вот мы с Александром решили поместить там несколько фотографий его замечательных работ. Не буду вас немножко отвлекать от той музыки, которую мы все хотим услышать, рассказами, может быть, попозже немножко я скажу поподробнее. А сейчас хочу сказать, что вот ровно 5 лет назад мы с Александром очень уже близко познакомились, хотя музыка и сам он мне, конечно, был известен уже 45 лет. Я немножко пишу об этом в аннотации к альбому. И вот когда я попал к нему в квартиру в Берлине, я увидел, что просто совершенно
потрясающий свет эта квартира излучает, не только потому, что и люди замечательные, Александр и Марина, меня встретили, а потому что все стены еще квартиры завешены вот этими работами, часть из которых вы видите. Вот сегодня мы просто привезли их и решили это развесить, чтобы вы могли посмотреть на них более конкретнее. Итак, я бы хотел начать сегодняшний концерт представлением музыкантов, которые перед вами выступят. Концерт будет состоять из двух отделений с небольшим перерывом. Вы увидите и услышите Якова Оконя на рояле. Я приглашаю музыканта. Яков Оконь. Рояль. Макар Номиков. Контрабас. Артем Юрлов. Барабаны. Сергей Головня. Саксофоны. Сергей. И музыкантам также присоединится Вартан Бабаян на конго-драм. И Александр Песиков. Разрешите, я два слова скажу о композициях, с которых начнется концерт. Первая – это тема называется «Море и звезды», которая была написана в прошлом году в таком экзотическом месте на берегу Адриатики, где Александр отдыхал. Вторая композиция «Комета», там же написано, действительно, она связана с падением кометы, которую Александр видел, об этом мне рассказывал, я не видел. А дальше я, после этих двух композиций, я продолжу. Хорошо. Алло. Добрый вечер, дорогие зрители. Я рад вас также видеть и приветствовать вам. Вы для меня так же дороги, как и я для вас. И все единое, все никуда не уходит. Бесполезняк. Все. Thank you.
Яков Обуль, Сергей Головня, Макар Новиков, Артем Юрлов, Александр Пичкин, я. Thank you.
Thank you.
Это произведение звон. Да, это композиция называется «Комета». Это действительно связано с такими. Александр говорит, что эта композиция посвящена Славе Назарову. Потому что он всегда говорил, что это происходит, если так он Челябинск. Я хотел бы пару слов сказать о двух последующих композициях, на которых закончится первое отделение. Это минорный блюз, первая композиция — минорный блюз, а вторая композиция — путь. Свет идущий. И вот минорный блюз, это вы знаете прекрасно, те, кто знаком с творчеством великого музыканта Джона Колтрейна, этот человек действительно, я бы сказал, что он один из первых, кто раскрыл вот эту вот необычайную красоту минорного блюза и во многих разных вариантах его исполнял. Еще мы видели многих последователей, но уже вот, мы с Александром в последние дни очень много разговаривали на эту тему. И действительно, наше мнение, что до сих пор никто и не превзошел этого гениального музыканта. Хотя 45 лет уже прошло с его смерти. Вот. А вторая композиция — «Свет идущий», она восходит тоже к духовным корням. Может быть, не могу сказать, какой религии, потому что, опять же, мы знаем, что Джон Колтрейн был, его гений еще рассказал нам о многом, что о единственной религии, и в его музыке многие могут услышать корни совершенно разных источников, и фольклорных, и религиозных, и вообще космических. Последние его годы даже название вещи — это космос. Вот. А многие говорят, что создатель — это небеса. Вот. И путь идущий — это, собственно, о том, не путь идущий, а свет идущий. Это тот свет, который, наверное, не нужно объяснить, каждый из нас как, в какие-то моменты жизни испытывал. Вот то единство, которое нам дал и Будда, и Моисей, и Иисус Христос, и Махамед. Вот, не побоюсь даже вам сказать, одно из откровений, которое мне, что Будда – покой, Моисей – достоинство, Христос – совесть, Махамед – честь. Вот такой квадрат. Знаете, Казимир Малевич тоже черный квадрат сделал. В джазе квадрат тоже. Очень интересная форма. Сколько музыкантов, новаторов не пытались уйти от этой формы, все равно к ней возвращаются. Это такое нечто основополагающее, я бы сказал. Итак, первое — минорный блюз, а второе — свет идущий. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Яков Окунь, пиано. Сергей Головня, саксофон. Макар Новиков, бейс. Артём Верлов, Трамс, барабаны. И Александр Пищиков. Прошу музыкантов сделать очень короткий перерыв, 5 минут, по просьбе администрации клуба. И затем мы продолжим концерт, и он начнется с очень интересного дуэта, который называется, с композицией, которая называется «Ом Бхагавате». Я потом два слова об этом еще расскажу. Перерыв. Дорогие друзья, мы продолжаем. И как я уже вам сказал, в конце первого отделения вы сейчас услышите композицию «Ом Бхагавате». Она еще не исполнялась, первое исполнение, и она будет исполнена дуэтом, в основном, Александр Пищиков, да, Яков Окунь, и потом... Да, Макар присоединится на контрабасе. Ну, это все о том же, о чем свет идущий. Всем ясно, очевидно, что это поиски космоса, поиски гармонии, поиски, как угодно называйте, что постоянно творческую личность мучает и является во многом источником его творчества. Творчество это лично. Итак, «Ом Бхагавате» — это космическая песня или божественная песня. Можно по-разному перевести. Итак, «Ом Бхагавате». Thank you.
Это было первое исполнение, и я, так же, как и вы, с интересом, с удовольствием послушал. Сейчас я хотел бы объявить следующие два номера, в которых также будет участвовать наша замечательная певица Анастасия Глазкова. Эти две композиции называются... Первое – «Victory», имеет два названия – «Victory» и «Love», то есть «Победа» и «Любовь». На первый взгляд кажется, что между этими словами мало общего, но на самом деле, если задуматься, то многие победы происходят через любовь. А вторая композиция называется «Елена». Она посвящена, неважно, кому она посвящена, но, в общем, это такие вот личные посвящения Александра Пищикова, которые, если он захочет, он сам об этом скажет. Итак, я приглашаю на сцену Александра Пищикова и Анастасию Глазкову. Уважаемая публика, сейчас на ваших глазах будет осуществлена материализация чувств, чувственных идей, не больше, не меньше. Одухотворенный дух Александра Пищикова вселился в эту оболочку и будет вещать оттуда мужским голосом. The more I know you, my friend,
You agree if I got victory.
Just thinking of your face.
Thank you.
Этот номер, эта композиция будет называться «Русский блюз». Ты выбираешь. Да, ты выбираешь. Эта композиция посвящена великому сопрано-саксофонисту Сиднею Бише. И Александр назвал ее «Я помню Сиднея Бише».
запомним и будем писать. Теперь Головня Александр Пищиков, Яков Бокунь, Макар Новиков, Артем Ярлов. Виктор Войтов, большое спасибо, что пришел. И особую благодарность я выявляю, как сказать по-русски, по-немецки немецкий стал не выучил, а русский стал забывать. Вот Виктор Войтов, мой друг и мой, так сказать, покровитель. Вот так.